или богомолы. Потому что эта дама, она сестра-хозяйка нашего храма, правая рука отца Александра Бориса. Ну, конечно, там трудная судьба у нее, но я все-таки прочитаю, так как все мы ее знаем. Всегда скромна, изящна и красива, стоит на возвышении она, как грант испанский. Всегда она учтива, хлопот хозяйственных полна. Немыслим храм без Ирочкиных будней, хлопот оклили тут и там, порой незаметных, часто трудных, но так необходимых нам. Улыбка, взгляд, все добротою дышит. Несмотря на твой простой наряд, Господь, поверь, всегда тебя услышит, пришлет на помощь ангелов отряд. Поверь, мой друг, все сложится счастливо, и будет прочен твой семейный круг, и будет жизнь идти неторопливо в кругу друзей, в кругу твоих подруг. А ты легко, изящно и красиво, когда по храму движешься, танцуй, отбрось заботы жизни суетливой, прими от нас сердечный поцелуй.